Я имею в виду с американцами, да? Ага, ну вот, видишь, как здорово. Да, вот антенна, конечно, это вещь. Тут и не надо особо умощняться. Я тут вчера с одним на 80-ке работал. У меня, говорит, трехфазное, говорит, питание, усилитель какой-то там у него на 43-й. Ну, видимо, вот этот, как его, 140-й станции. Ну, ты знаешь, Вить, я вот, значит, принимал, ну, замечательный, качественный сигнал. Я его плюс 30 слышал, но по бокам совершенно никаких нет этих сплейтеров. Ну, ты понимаешь, такие вот скаты, такие пологие. А у него крутые скаты, такой мощный сигнал. Он мне говорит, а у меня, говорит, это самое трехфазное питание. Источник вообще, говорит, там питание практически не просаживается. Вот. Ну, еще бы там три фазы и там схема выпрямителя. Там я как сейчас вспоминаю, на работе мы когда-то делали источники питания, там схема Ларионова.